нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку. Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Торы. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Ну что, расскажи что-нибудь интересное. Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Продолжим в другой раз. Ага. Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Я знаю, ведьма многое умеет. Но сможет ли оживить голову? Она вроде искусна в своем ремесле, и терять нам нечего. А если не получится, мы голову себе оставим? Нет, но можешь скормить ее рыбам. Ладно. Дверь исчезла. Наверное, черепаха встала на ноги. Как нам попасть наверх? Здесь еще и руна пути. Отправимся в мир огня.
За мной, Атрей. Прости, догадался. Пойди сюда. Ладно. Круто, новая карта. Крепко заперто. Смотри. Слушаюсь. Да, это и впрямь чаша с песком. Бау.
Назад асы. Похоже, богам тут не рады. Вон она! Надеюсь, она нас помнит. За имя. Она сказала, что ее так зовут. Я так услышал в голове. Чёрт. Прочесть можешь? Слушаюсь. Смерть богу воронов, повелителю висельников. Читай. Ладно. Сейдор не един, но любого, кто ступит сюда. Чаша с песком. Что там сказано? Я и ястреба, и сокола вознесу в небеса высоко. Что? А? Наверняка ответ есть где-то поблизости. Впереди враг! Сюда. Ой, остальные руны были спрятаны за холмом. Это Виндер. Ветер. Обратно к чаше. Рисуй. Да. Отец, она здесь! Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти. И я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунгард,
блестящий собеседник, хотя по виду этого можно и скажешь. Мимир, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Нет, говоря о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдер неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдер неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? И если я верно помню, это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Мимир, мы на озере. Хорошо. Причалю моста. Поговорить со змеем. На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Наконец-то! Это рог! Хорошо. Дай мне подуть в рог. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статуи. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Теперь я могу прочесть. Но это имя. Эйр! Ого! Это имя ее зажгло! Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решил. Кошмары! О, жуткие твари! Огонь сзади! Леонка! Сын. Слушаюсь. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное.
Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Великолепно! Прекрасно! Ты так, не берите в голову, да? Отличная вещь. Уж я-то плохого не посоветую. Не посоветую. Великолепно! Извиняюсь, попросите. Носите аккуратнее. Плохого не посоветую. Великолепно! Стесняюсь попросить. Носите аккуратно. Великолепно! Отличная вещь! Я плохого не посоветую. Советую. Прекрасно. Я плохого не посоветую. Брату в руки. А если все же да, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корежит лес.
От меня можно не убегать. Жаль, мамы здесь нет. Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень. Крестцу. Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Хватит. Никаких историй пути. Надо за... Я его понимаю. Я потом закончу. Я готов!
шифра. Можно найти еще несколько таких. А, Фафнир. Всегда хотел узнать, что с ним стало. Кто ли? Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый. Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Ну что, поищем связующие алтари и освободим бедняк? Да, парни? Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как баны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Ты не ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини Ванов. Пойди сюда. Кто это написал? Многое изменилось. Тогда я был с ногами. Словно вышли из царства. Вот так, мелкий уродец. Стал драконом, а характер не изменился. Ha!
еще имя. Гейрдрифул. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вывезло посетение Горчу?
я плюнула тебе в лицо. Но она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущая в магии ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Давай я тебе попозже расскажу. Не закончил. Почему Фрея вышла за Одина? Знаешь что? Я попозже расскажу. Что-то внизу. Здесь должна быть башня, ведущая в Йотунхейм. Но у меня странное чувство. Без сомнения, это связано с какой-то странной магией. И могу смело предположить, что ты эту магию чувствуешь. Мимир,
Ты в тот раз историю не закончил. Почему Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи. Но история, конечно, не так проста. Сын. Нашли алхимика, о котором я говорил? О, чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Знакомый. Мы знакомы. О, почему ты мне не сказал? У него спроси. Я у меня? Знаю. У тебя это надо. Ты знаешь. Тихо. Хватит. Короче, я уже пожалел, что спросил. Здорово. Теперь можешь не осторожничать. Теперь от тебя не отхватит по кусочку. Это поможет в трудный момент. Так, а чё?
чем еще мы говорили? До встречи где-нибудь. Ну, заходите. Вот те вот их впиши. Теперь можешь не осторожничать. Поможет в нужный момент. Теперь от тебя не отхватят по кусочку. Отлично! Это поможет в нужный момент. Что же там?